Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve, Царство Гигантов, за персонаж Беатрис, с модом на эпический мир, ну и другими интересными модами, все ссылки на моды в описании. Так, и насколько я помню, в прошлой серии мы выбили ключ. Ну, в этой серии мы, наверное, не пойдем открывать, пока броня вроде более-менее целая, а шапку нам снесли. Чуть попозже, наверное, пойдем. Так. Вспомнить. Так, что за гром? Это, наверное, просто молния. Так. Пчелы завтыкали. Так, это мы сожжем. Здесь я все-таки доделал, да? Здесь я доделал. Кратокуляр. Заряжать пока мне не обязательно. Ладно, пошли. Что-то какой-то, по-моему, мне кажется, гром посторонний. И в любой момент может прийти Мишка. Может быть, он и к концу осени должен прийти. Как бы он не пришел прям на мою базу. Так, грибочки у нас есть. Мишка, Мишка, ты не здесь? Так, собираем траву. Собираем это. Это. Котик, по-моему, опять хочет жрать. Котик, у меня, по-моему, ничего нет для тебя. Так. А ты будешь вот это есть? Нет, он не будет это есть. Так. Пока вот так вот положим. Соберем мед. Так, 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 так. Это собираем. Это собираем. Это у нас выключено, все окей. Так, тыквы тоже собираем. Семечек тыкв у нас нету. Арбузы. Так. Вот эту тыкву давайте скормим. Одну семечку, да, дала? Ладно. Пускай вот так вот. Тыкву пока уберем сюда. И посадим сюда. Так, грибочек можно сразу сожрать. Так, камень мне не нужен пока. Это где-то здесь лежит. Селитра мне тоже пока не нужна. Теперь дали... Ну, блин, котик, мне нечем тебя кормить. Так, зубы сюда. Так, инструменты на месте. Броня на месте. Оружие не особо-то я им и пользуюсь. Так, это сюда. Ключик, я не знаю, пускай будет с нами. Так, а это... Опа. Так, полнолуние у нас сравнительно недавно прошло. Кстати, по поводу... Черт, это котик. Наука, постройки. По-моему, в постройках. Где ты, черт? Либо в магии. Где-то у меня лунный колодец. Ну, опять же, это мод на лунный колодец. Нужно два синих камушка. Нужен лед. И шесть. Так. 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 А, почему ты не делишь? А вот так вот. Так, два синих камушка у меня есть. И нужен лед. Чё она кричала? Так. Делаем лунный колодец. Пока отменяем его. Лед у нас еще на следующий год остался. Так, и куда бы тебя поставить? Куда ты у меня вообще влезешь? Вот сюда поставишься? Есть, отлично. Такой вот лунный колодец. Когда он... Ну, я так понимаю, когда он наполнится полностью, из него пойдет вода. Значит, полнолуние. То есть,
По-моему, даже днем будет видно. То есть, если через край поперло, значит полнолуние. Так, ну это мод. Мондел. Что-то такое. В описании есть, в принципе. Так, здесь мы чего еще не делали? Так, это мины. Кстати, мне подсказывали в комментариях, что если... К примеру, сделай вот такой вот улей, на него требуется 1 сота. А при разрушении обычных ульев мы вроде получаем 2 соты. То есть таким образом можно их количество сот увеличивать. Ну, как-то это так. Это, скорее всего, недоработка разработчика мода, блин. Потому что как-то странно получается это все дело. И нелогично. Хотя, с другой стороны... То есть мы его создали, пчелы потом сделали там, к примеру, соту эту. И таким образом мы ее получаем. Если к логике отнести все это дело. Так. У тебя что там вообще? Так, у тебя ничего, да? Так, ветки. Ветки где-то здесь лежат. Часть веток можно еще убрать. Это посох разрушения. Давайте попробуем, кстати, с этими пчелами. Так. И, по-моему, паутинка. Паутинка есть? По-моему, не хватает мне паутинки на то, чтобы сделать... Две паутинки нам нужно. Ну, пошли. Пошли возьмем паутинку. Я надеюсь, тут ничего не сгорело и все осталось на месте. А, сейчас свиней убьют. Давайте сделаем вот так вот и куда-нибудь. Вот сюда вот. Так, это одеваем. Пускай тут потихонечку так одна паутинка есть. Так, вторая паутинка есть. Создаем наш супер-сачок. Где пчелы? Где чертовы пчелы? Так, одеваем рога и куда-нибудь сюда. Так, здоровья мало. Давайте полечимся. Так, а вот когда я сниму? Да, немножко рассудка падает, когда мы снимаем эту канитель. Когда одеваем, когда носим нормально, а когда снимаем вот эти усики, у нас печаль с... Так, котик, на. Так, свинка. На. И бей, давай. Ломаем этот улей, забираем паутинку, ставим его обратно, и пускай оно более-менее развивается. Это мы потратим. Паутинка есть. Пчелу не знаю, успею ее поймать или нет. Давайте уже ломайте, ё-моё. 10 пчел. Неужели вы не можете справиться, черт подери? С одним ульем. Так, с дровами нормально. Камни нам не нужны. Остальное все более-менее нормально. И походу его замесили, да. Стой, 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 свинья. Это мое. Иди ломай. А, нам покушать нужно. Так. Чего, как долго ломаете? А, все. Отлично. Так, ставим новых. Грибочек, я не знаю, заберем. Так. Походу вот этот цветок бьет. А ты живой? Да, живой, скорее всего. Так, и за мной ползет. Пускай они между собой тут долбятся, мне
Мне это не особо интересно. Соберем только вот это вот. Вот, кстати, я, по-моему, поджигал. Я не знаю, казал мне, наверное, не нужен еще один. Хотя... А вот уголь как раз, вот я его где сжег. Так и не собрал. И уголь я, наверное, на порох я собирал его, да. Я его собирал на порох как раз. Ну, до новой пчелы еще долго. Так. Так. Котик. На. Вообще, блин, может сделать гломера маленького. Что-то у меня уже котик напрягать начинает. Я гломера же могу сделать. Так, у меня гломера, по идее, нету. О, все, выросло уже. Так, это можно потратить вот сюда. Это где-то у нас здесь валялось. Так, что я еще насобирал? Это мне нужно. Это... Так, еще птичку нужно вначале накормить. Так, так, допустим, ягоды спелые у меня есть. По-моему, вот так вот должно получиться. Я опять же не помню уже рецепт, давно смотрел. И вот так вот. Мне кажется, должны печеньки получиться. Так, это сюда. Где-то семечки были, в большом количестве причем. Сейчас мы птицу накормим. Кстати, можно что-нибудь еще посадить. Может, питая та же вырастет, может, еще что-то интересное вырастет. По-моему, баклажан у меня так и нет, как. Я не вырастил. Либо я их все потратил. Так, и на тебе вот это вот. Так, две семечки. Три. Всего три. Да, все правильно. Получились вот эти печеньки. Вроде здоровье там. О, они и по еде неплохо восполняют, кстати. Так. Это семечки для кроликов. Это пожарим. Это, наверное, пока тоже на семечки. А обычные посадим. Какой-то чертов звук сейчас был. По-моему, это от птички. Нет, 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 хочу вот это сделать. Так. Нигде тут, блин, черт, я боюсь, придет Миша. Так, гриб пускай будет. Это уберем сюда. Вот. Так, наверное, сделаю. Это, наверное, вот сюда. Пускай лежит. Так, это пускай лежит. Черт, меда дофигища. Из чего там делается... Это улей. Просто проверим. Две пчелы нам нужно. Вот. Раз. Два. Сейчас мы его прямо сюда куда-то поставим и проверим. Так. Пчелы. Ломайте, ё-моё. Да, это работает. Ну-ка. Так, 6 меда нужно потратить. В принципе, мы его возвращаем. Плюс 1 соту возвращаем, но минус пчелы. Хотя пчелы вон они опять летают. Да, можно таким образом увеличивать, но что-то как-то странно это все дело. Давайте, блин, наверное, гломера попробуем сделать. Я не знаю, получится или нет, пока у нас питомец с собой есть. Нам нужна жижа его, и нам нужна конфетка. Так, и гриб мы, наверное, пожарим, чтобы он с нами был. Мы его потом, наверное, съедим.
Так, я бы казан был все-таки еще один поставил. Веточки есть, камни были. К примеру, те же конфетки и риски делать. Веточки, уголь. Кролик орет, кого-то испугался там. Слушай, кого ты боишься? А, кролик вот здесь. Что-то где-то вот тут хотел сейчас поставиться. Далеко, конечно, но пускай здесь стоит, ладно. Запихнем еще мед. Все равно мед, блин, меда дофига, мед портится. Можно опять себе сделать... Кокон. Где-то жижа гломера была, по-моему, здесь. Или здесь? Где ты? Жижа гломера. Я ее нигде не вижу. А была, по-любому была. Я ее, или всю я ее потратил. Так, здесь нету. Не понял. Была же, так, здесь нет. Здесь нет. Слушайте, я ее, походу, всю потратил. Но я не вижу. Я, походу, всю потратил, блин. Так, а кого мы там можем еще заделать? Так, это не могу. Это не хочу. Собачку не хочу. Овечка. Гуакамоле. Гуакамоле, по-моему, что-то там с кротами связано. Крот точно один или два. И кактусы. Где у нас пустыня с кактусами? Рог я тоже не помню, есть у меня или нет. Так. Вообще нужно посмотреть, где я еще территорию не проверил. Все равно сюда пойду, можно питомца забабахать. Я нифига не помню вообще, где у нас бифлы жили. Где-то жили вроде бы. Вот тут вот. Да, по-моему, вот тут вот. Рога у меня нету. Гуакамоле это нужно... Короче, это головняк полнейший. Пойдемте пофигу исследовать какую-то территорию. Только я опять же не выгрузил. Давайте вот это скинем. Не, уголек сюда. Дальше семечки. Выбросим сюда. Остальное мне... Наверное, пригодится, да? А, пожрать можно просто мед. Причем можно еще взять с собой. И, наверное, гломера возьмем. Пошли. И пчелы, походу, это привязались те пчелы, которые красные из улья там вылетели. То есть это лишние пчелы. Грибы заберем. Так, это мыши здесь были. Это тоже заберем. Ну, с одной стороны, что эти тут ползают нормально так. Так, давайте возьмем трость. И я не починил зонтик, а сейчас, блин, осень. Осень, что-то дофига дождей. Вроде столько не было дождей. Котик опять хочет кушать, походу. Кстати, крот. Так. Кротов. Можно действительно кротов набрать и кактусы. В какой-то из пустынь были кактусы у меня. Кактусы вообще на картинке вроде бы показывались на карте. Только в какой они у меня... Так, вот здесь вот кактусы должны быть. Да, кактусы здесь. Чё-то там кактусы... Сколько-то кротов
На всякий случай нужно побольше кротов поймать. Я потому что нифига не помню, как это там делается. Гукумоли. Знаю точно крот. Вроде кактус. И вроде палки можно засунуть. Ну ладно, два крота у нас есть. Так, шапку можно снять. А рок? Рок. Тоже как-то добыть можно. Бифола побить попробовать. Давайте попробуем. Нам главное это вот кумоли сделать правильно. Я не знаю, как она делается. Так, тогда прыгаем сразу, наверное, в червоточину, да? Черт, не заправляется. Так. Так. О, пчелы перестали жужжать. Почему? А, ладно. Так. Такая тишина сразу. Хотя пчела летает. Так. Грибы пожарили, все нормально. Ириски есть. Рассудок поднимем. Пойдемте за кактусом. Нет, опять жужжат. Вообще, честно говоря, меня это напрягает. Вот все. Так, лучше вот так вот. А лучше вообще снять. Так, кактусы были здесь, да? А куда я побежал? Вон два кактуса. Сейчас соберем, ну, штучки три соберем, чтобы не ошибиться. Здоровье немножко отнимает, но это не очень так вот, не очень сильно, но отнимает. Так. На всякий случай еще один. Так, это что тут? Нормально. Так, съедаем это. С рассудком нормально, здоровье. Хотя один гриб можно было бы оставить. Ну ладно, и риски сожрем. Так, обратно. И крота вроде бы нужно целого запихнуть. Ну, блин, а по-другому тут мясо получается. Так, крот, к примеру. Две этой фиговины, ну, и можно палочку вроде бы совать. Давайте попробуем. А, кукурузу можно так сожрать. Арбуз заберем. Скормим сюда. Так, паутинку сюда. О, получилось. Так, семечки. Две семечки. Получилось, и причем быстро готовится эта фиговина. Так, тут у вас как? Да, это все арбузы. Арбузные семечки. Гукумолю мы забрали. Она, наверное, не ест гукумолю эту, да? А если вот так вот, допустим. И вот так вот. Скорее всего, какая-нибудь либо ириска получится, либо еще какая-то фигня. А этого крота мы вот сюда вот котика покормим. Что-то долго готовится. Какая-то фигня сейчас приготовится. Тогда это пускай здесь. Это... А у нас рок может... А, блин. Долбанный. Ну, рататуй, пойдет. Съедим. Так, ну... Пошли, кстати, глянем, как там бифлы. Заодно, может быть, в той же стороне будут и... Может, медведь там появится в той же стороне. Кстати, если он появится, он как раз бифлы и убьет. Всех, наверное. И посмотрим, касаемо... Вот это вот обновилось у нас или нет? По идее, должно, мне кажется, обновиться.
Так, мини-карту откроем. По тропинке сейчас бегаем. По месту это сдохнут скоро. Это мы съедим. Это мы съедим. Это, если получится, потратим на овечку. Она, по-моему, меньше орет, и она жрет траву. По крайней мере, мне мясо не нужно будет специально добывать. Для этого котика. Так, вроде они за мной бегут, все нормально. Так, у нас тут, скорее всего, привидения остались. Да, они так и остались. Так, рюкзак, это мой. Здесь после полнолуния, после инопланетян еще могло что-то остаться. Да, слышу где-то привидение. Внизу. Так, а нам вот сюда вот. Так. Куда вот черти полетели? Так, ну, до Гломера еще. Ну, дней так. Наверное, 5 до полнолуния. Там колодец где-то наполовину заполнен. Так, и бегу я, по-моему, правильно. Где-то в этой стороне должны быть бифола. Мне нужно одного отманить. На себя, наверное. А потом уже пробовать их долбить. По-моему, где-то еще привидение здесь. Да, мне нужно одного отманить, а потом пчелами его замесим. Так. Вроде где-то здесь были. Бипола. Да, какашки вот лежат. Ну, тут еще и маленькие, и я там поукидывал всякую фигню. О, черт, а их много тут. И главное, эти... Они били, походу, кого-то тут. Или кто тут кого бил, я черт его знает. А, тут же у меня тоже... Я, походу, скидывал инопланетян этих. Так, темный кролик. И индюшка. Это все фигня. Коал-слоник, опять индюшка. По-моему, я где-то здесь что-то это все скидывал. Черт. Ну, какахи. Можно собрать. Проблема в том, что как-то одного бифула нужно отогнать куда-то. О, один. Да? Один. Пошли. Куда-нибудь вот сюда вот. Стой, 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 не уходи. Не уходи. Так. Покахи мы тебе. Так, дальше, дальше, дальше. Эту можно уже скушать. По-моему, за мной ползет. А так. О, вот так вот сделаем, да. А, улитка мне это не... За мной ползет, гад. За камнями, которые у меня лежат. О, отлично, рог сразу выпал. Супер. Ну и этого тоже можете месить заодно. Вот, прекрасно. А, не, мне это не нужно. Рог сразу выпал. Попробуем. Кстати, шерсть. Шерсть можно в качестве топлива использовать. Я не знаю там, для чего ее еще. По идее, шапка у меня есть. Давайте побрим, они вроде не дикие, все нормально. Почему бы и нет, раз уж мы здесь. Соберем. Не-не-не-не, вот тут вот, давайте соберем, раз уж. Так, кирка не нужна. Честера, забери к себе шерсть. Пускай у меня будет это
сюда. Нет. Это снимай. Такие бедные бифула. Грустные, но они обрастут, не страшно. Так. Это давай заберем. Не знаю, слизь, я зачем ее собираю. Честно говоря, такими темпами можно набрать штук 100 и взрывать даже муху им. Так, вроде бы нужно штук 70. 75 штук вроде бы, чтобы муха взорвалась вот этой слизи. Она в 5 раз хуже, чем... Она в 5 раз хуже, чем... Порох. По-моему, я лишнего травы набрал, но травы лишней не бывает. Пойдемте сгоняем, посмотрим. Проверим, что там и как. Пока покушать у нас есть что. Тут орет, я не помню кто. Я не помню, кто так орет, какие-то... А! Летучие мыши, подожди, какого черта вы здесь? Походу тоже остались. Либо во время полнолуния, либо когда... по-моему, как раз в этом месте ко мне приходили из пещер всякие твари. Блин, и вот, кстати, копать можно. Копать. Пчелы, кстати, с пчелами лагает. А что так дофига тут пчел? Или их тут вообще просто дофига? Так и должно быть. Так, темный кролик. А Честер и котик. Котик, ты жрать хочешь? Странно. Вроде как он не просит так это. А ты что это хочешь сказать, не ешь? Ты не ешь большое мясо? А, ест, все нормально. Я не попал, видно. Что-то свиньи с ума сошли. Ай, Честер, не трогайте. Это, походу, все эффект от полнолуния. Только сейчас до них дошел. И опять же, эта структура... С помощью мода добавлено, поэтому есть вероятность, что она вот глючит вот таким вот образом. Я не знаю, зачем мне мясо. Возможно. Слушайте, цветочки у них стырить. Походу сейчас я нарвусь. Так. На тебе. Давайте стырим у них ловушки эти. Цветочки. Не может быть, сделаем из них навоз. Так. Это Честера. Так, это я не знаю зачем. Но пускай будет. Так, подожди, уже что-нибудь сожрать бы. Так, давай это опять в Честера. Паутинка пригодится. Так, давай это сюда, это сюда. Испортится, испортится, не испортится. Мы сделаем, блин, это как. А, кстати, у меня ключ с собой. Ну, это бесполезно, ключ, если... Если, конечно, Мишка придет, и он там всех их разнесет туда. А так... Зачищать. Хотя можно открыть, просто это все дело оттащить. Где-то здесь же. Да, где-то здесь. Но, по-моему, должно обновиться. И все... Вся охрана заново появиться должна. И тут всякая... Фигня. Да, вот заново все механизмы. Горшки не восстанавливаются. Вот эти вот статуи... как они... Из гранита... Вот эти фиговинки тоже не восстанавливаются. А механизмы восстанавливаются. Причем, по-моему, все. Либо только часть восстановилась, я не понял. Куда ты бежишь, идиота кусок?
восстанавливается охрана. В принципе, их немного. Так, пчелки сейчас у нас сдохнут. А это... Паук, оказывается, напугал сволочь. Так. Свинки есть, свинки есть, свинки есть. Но тут еще помимо свинок ходит Энт. И он их отвлекает, они с ним дерутся, да? Я не знаю, открыть, не открыть. Мне пока не особо-то и нужно, но... Можно, почему бы и нет, раз уж мы здесь. Хотя бы открыть все это, повыкидывать оттуда. Да, раз уж сюда пробежали, наверное, откроем. Это, я надеюсь, у меня не испортится до того момента, как я все это открою. Хотя бы открою, просто даже выброшу, если некуда все это складывать. Потом заберем. Хотя... Ну, это полечиться можно. Так, так, так. Посмотрим. Ладно, посмотрим. В следующей серии уже будем это делать. Наверное, да, мы натравим свиней, там энт есть, и разнесем этих ребят, откроем. Все равно ключ у нас с собой. Повыкидываем все это куда-нибудь в сторонку, что не поместится. И попробуем овечку сделать. Это в следующей серии. На этом серию заканчиваю. Кому понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал. Кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Ну и увидимся уже в следующей серии. Всем пока-пока!